И вновь встречаем на нашей сцене ансамбль «Медина» под управлением заслуженной артистки Российской Федерации и Республики Татарстан Наили Фатеховой. Свои действия, свои слова со слов каких? Бисмиллях и рахман и рахим. Во имя Всевышнего Аллаха, милостивого и милосердного. Бисмиллях и рахман и рахим. На земле со времен Мухаммада этих слов не смолкает триада. Как живое сияние над ним. Помню близким моим и родным. Войны и горя досталось немало. Только бабушка все повторяла. Бисмиллях и рахмен и рахим. И до ныне
молитвой храним. Средь толпы пути одиноком, восклицающий вслед за пророком. Бисмилля и рахмен и рахим. Бисмилля и рахмен и рахим. Бисмилля и рахмен и рахим. Мир тому, кто восславил Аллаха, кто надежду для горсточки праха дал молитвенным словом своим. Бисмилля и рахмен и рахим. Бисмилля и рахмен и рахим. И рахмен, и рахим. Чтобы в мире еще не случилось, верю в Бога единого милость, верю слову пророка пред ним. Мухаммад был рождением твоим, мир спасен словно солнечным светом. Вслед шепчу за отцом и за дедом. Бисмилля и рахмен и рахим. И до ныне молитвой храним. Средь толпы в пути одиноком, восклицающий вслед за пророком. Бисмилля и рахмен и рахим. Бисмилля и рахмен и рахим. Бисмилля. Нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он уходил, его встречали с этим нашибом, когда он пришел из Мекки в Медину. Я Расуль Аллах, я Хабиб Аллах, я Расуль Аллах, я Хабиб Аллах. Я Расуль Аллах.
Вы знаете, когда мы выступаем в разных странах, вот в Марокко, в Песе, в Иордании, в Тунисе, все нам подпевают. Я девушка подпевала, очень приятно было, потому что все это наши знают. Вот, и там принято и подпевать, и хлопать. Поэтому давайте вместе с нами, это наш общий праздник, альхамдулилля. И вот мы женщины, которые у нас есть семьи, дети, мужья, это наша жизнь. Мы очень рады, что мы, если вам принесли вместе с вами такую радость на сердце, альхамдулилля. Yes.